начало можно отсчитывать от многих, от многих моментов. Может быть, это начало от того, что я начал работать с бумагой, с коллажом. Именно тот момент, когда я понял, что краски – это не то, а бумага – это то, что мне нужно. В первую очередь глянец стал являться моим источником материала, потому что там много цвета. Я понял, что в журналах уже много классных красок, которые просто нужно вырезать и перебрать, разложить на палитру цветов и пользоваться ими. И глянец модный, дорогой, стал основой всех моих работ, потому что там очень много цвета, просто буйство цвета. У меня есть очень большая подборка черного цвета. Я вот, например, там в проекте Paradesis использовал на грани черного, там темно-синий. Тот же черный используется в белых, в серых, то есть где идет контраст. Но вот чисто черных у меня нету. Но если брать по цвету, то белый, черный и белый – это первые два цвета, которых больше всего в глянце. Идея создания каждого проекта, она не появляется на пустом месте. Это процесс развития мысли, развития языка, смешения жанра с техникой коллажа. И вот Paradesis это стало таким для меня проектом, в котором внутри техники возникают жанровые столкновения, которые ведут зрителя вглубь работы, указывают ему некий путь внутрь для познания этой работы. Так как я дизайнер графика и по образованию, и типографика — это мое все, выбор формата, также выбор пропорций для меня является очень-очень сложным делом. То есть я не могу взять просто какой-то формат, для меня нужно объяснение, почему эта сторона относится к этой в такой именно пропорции, почему это все именно такого масштаба. Это все очень сложно и, по-моему, должно быть связано с целями, задачами и идеями проекта. Современное искусство для меня в первую и последнюю очередь, наверное, язык. Это уникальный язык. Вот мы сейчас с вами разговариваем на русском языке. Этот язык был создан давно. У него есть символьная система, у него есть звуковая система. Это система передачи информации. Художник создает свой язык, уникальный, с помощью которого его могут понимать, могут не понимать. Он создает свой мир, в котором он общается на своем языке.